впервые мы провели в 2014 году. В этом году решили повторить, потому что настолько много добрых отзывов у молодежи в прошлом году, что в этом году сама молодежь уже нам писала, сами просили, когда будет это мероприятие. Ну и, конечно, решили приурочить его к Дню молодежи, 27 июня. В принципе, можно сказать, что уже все удалось, но будем ждать конца мероприятия, финала технофеста.